torno là perché qua fa bene. Thank you.
Сегодня второй день шелкового пути. Мы прошли его. 360 километров был спецучасток. Затем у нас была небольшая нейтрализация, 40 километров. И 140 километров еще дополнительного спецучастка. День был очень тяжелый, жаркий. Было много чего интересного. Пески были промоины. Дорога была извилистая. Сегодня была очень сложная навигация. Точки были поставлены в роадбуке не так, как нужно было. Сегодня мы взяли все точки. Некоторые экипажи, которые перед нами финишировали, сейчас уже на финише в биваке выясняется, что они взяли некоторые точки. За каждую точку штраф 2 часа пенализации. Все джипы сегодня вернулись в бивак, все отлично, но ситуация с Артуром Ардавичем еще не прояснена. Сегодня была очень сильная тряска. Механик Артура Ардавича получил повреждение, и его госпитализировали на вертолете. Сейчас они продолжают гонку, но уже вдвоем. Это очень сложно, но мне кажется, они доедут дома. Они опытные и видели все.